это, по-моему, не старинный, это массаж. Или там антикварный магазин в Аузбурге. Да. Я думаю, что она удобная. Она знакомая, как раз. Ну, пошли на церкви смотреть. Идемте. Паша сказал, вы часок поболтаетесь, а потом я вас... А вот горшки начни в этом. Ночные горшки. Ночные? Ну как ночные горшки? Для чего ночной горшок? Ой, ночная ваза. Ночная ваза. Розенталь. 16 век. Мария Розенталь, 16 век, по сути. Тут даже плитку сделали, это же по старинке.